Мальчики и девочки, всем привет! Вы на канале «Все о смартфонах», и в сегодняшнем видео я вас познакомлю с обалденным приложением, которое вам даст бесплатно 1 терабайт места. Ребята, представьте 1 терабайт халявного места, и это действительно так. Это крутая программа. Ребят, я говорю сразу, что не нужно перематывать видео, потому что если вы настроите приложение неправильно, то вы не сможете получить этот терабайт. Поэтому советую смотреть внимательно. Я это говорю не для своей выгоды, а для того, чтобы вы не сделали никаких ошибок. Как вы знаете, ребята, Google дает 15 гигабайт свободного места, а Яндекс, по-моему, вообще что-то около 7 или 8. Облако Mail дает 8 гигабайт, если не ошибаюсь. Одним словом, все популярные сейчас сервисы дают вообще мизер. А этот сервис дает 1 терабайт халявного места. Ребят, поверьте мне, вы сейчас не первые, кто узнает об этом приложении. Об этом приложении уже многие знают, многие пользуются, наслаждаются халявным терабайтом места. При том, что вы можете завести себе несколько аккаунтов и получить уже не терабайт, а 5, 6, 7 и так далее. Ну что, друзья, давайте начнем обзор нашего приложения, но сперва посмотрим малюсенькую рекламу. Поехали! Ну а прежде чем мы продолжим, хочу вам рассказать про телеграм-канал The Best Wallpapers. На этом канале собраны лучшие обои в лучшем качестве со всего интернета. Если вы, как и я, любите часто менять обои на вашем смартфоне, то этот канал создан для вас. Подписываемся на канал и пользуемся премиум обоями. Также, если у вас есть свои какие-то крутые обои, вы можете поделиться ими с автором, и он их опубликует на канале. Как говорил уже ранее, все ссылки в описании. Ну а мы продолжаем. Давайте сейчас я зайду к себе, покажу вам, а после я уже удалю это приложение, и мы с вами с нуля установим ее, и вам покажу, что нужно там уже делать. Итак, вот наше приложение, называется DaBox. Некоторые из вас могут подумать: ой, да наверняка там развод, а мои файлы будут ли в безопасности, они пропадут ли. Ребят, это приложение официальное, оно, у них есть даже веб-страничка в интернете, то есть вы можете как через комп зайти, так же через телефон. Это бесплатный и абсолютно безопасный сервис. Просто они, скажем так, недавно вышли на рынок и хотят завоевать место. Помните, когда Mail только-только развивался, если не ошибаюсь, они давали по 100 гигабайт. Сейчас уже такой халявы нету. Тут то же самое, пока есть возможность, хватайте, друзья, по терабайту и на 5, 6, 7 аккаунтов, и в дальнейшем будете использовать, потому что совсем скоро, я уверен, что как только какое-то определенное количество людей будет пользоваться, они уже не будут так много давать места, сделают уже, например, там 10 гигабайт, а остальное нужно будет людям уже покупать. Но нас с вами это не касается, потому что мы сейчас же зайдем и получим терабайт, и это уже не изменится. Итак, давайте зайдем ко мне на страничку. Значит, как только мы заходим, мы сразу же видим файлы, которые мы сюда уже скачали. Если поставить галочку на автоматический бэкап, то все наши фотографии, видеоролики, все будет автоматически сразу же сюда грузиться. Это тоже очень круто для тех, кто много фоткает, да, и так далее, если у вас какие-то ценные, важные там данные есть. Если у вас есть папка целая там с музыкой, там еще что-то, фильмы, вот видите, я сюда всякую вот дребедень позагружал, и как бы все хорошо. Здесь можно, кстати, создавать папки, можно красоту наводить. Вот здесь вот нажимаем плюсик, можем создать там папочку. Здесь можно фильтр посмотреть, где что, что тут отделить, музыку от фото, видео и так далее. Одним словом, действительно, здесь... Единственный, кстати, минус есть у этого приложения, это то, что нет русского языка, ребят. Это приложение создавалось, точнее, этот сервис создавался не для нас с вами, не для стран СНГ, а для вот зарубежных пользователей, для американцев, скорее всего, только для них и делалось. Но благодаря моему каналу, ребят, вы обо всем узнаете, можно сказать, первыми. Так что залетаем, пользуемся. Итак, здесь есть также три точки. Здесь у нас просто сортировка. Нам это не интересно. Также, кстати, все это можно обратно скачать. Здесь мы видим то, что мы загрузили. То есть мы, например, сюда скинули что-то важное, потом решили обратно скачать. Вот здесь мы будем видеть это. А то, что мы сюда загружаем, мы видим в Upload. Вот здесь вот. Далее у нас есть здесь профиль. Заходим в мой профиль. Вот, пожалуйста, Хагарзаев. Здесь мы видим, видите, 1 терабайт, 24 гигабайта свободного места.
израсходовано только 148 мегабайт. Ребят, как вы знаете, в других сервисах, таких как Google и так далее, там нужно платить серьезные бабки. Чтобы вам не соврать, по-моему, за год надо платить около $100 в Google диске, если не ошибаюсь, там вот за столько памяти. Но одним словом, действительно, вы сэкономите огромные бабки. Друзья, особенно это очень полезно вот для родных ваших там, да, которые много делают фото, у них там памяти мало, хоп, вы установили эту программу, все, что у них есть, все сразу синхронизируется сюда, и можно удалять, освобождать память на их телефоне. Здесь у нас, как я уже сказал, английский язык, толком ничего не понятно, но здесь вам ничего и не надо. Вы зашли, зарегались, и все. Здесь мы видим по дефолту, куда все это загружается. Вот можно выбрать специальную папку. Вот здесь по изначально идет Dabox Downloads, но можно выбрать какую-то другую. То есть сюда будет загружаться то, что вы с облака обратно будете скачивать. Также здесь можно выбрать либо загружать только по Wi-Fi, либо через мобильную сеть тоже, чтобы загружалось. Видите, я выключил, потому что у меня безлимитный интернет. Думаю, пусть загружается через мобильный интернет тоже. Внизу то, что здесь есть, это вам не надо, здесь обратные отзывы там и так далее. И display long file name, пусть стоит галочка, это чтобы вы видели название того, что вы там будете качать и так далее. Ребят, в принципе, вроде все объяснил, давайте сейчас я все это дело удалю и покажу вам, как, откуда это все можно будет скачать. Итак, удаляем. Удалить. Ребят, реально советую вам несколько аккаунтов сразу завести и пользоваться, пока все это работает. Итак, для того, чтобы скачать, мы идем в Telegram. Здесь в поиске вводим AndroHack. Вот так вот, AndroHack. Либо в описании под видео будет прямая ссылка. Нажмете и сразу же попадете сюда. Далее заходим на канал, друзья. И смотрите, здесь очень много разных приложений, игр, все это взломанное там с премиум подписками и так далее. Вы можете этим всем пользоваться. Я советую вам быть подписанным на этот канал. Это мой личный канал. Подписывайтесь и качайте все самое крутое, интересное. Но ладно, сейчас мы не об этом. Значит, как только мы попали на канал, здесь есть три точки. Нажимаем поиск. И здесь мы вводим название нашего приложения. Dubox. Нажимаем поиск. И вуаля. Вот наш пост с этим приложением. Вот здесь вот я написал все как есть. Видите, мы получаем объем 1 терабайт. А в реале мы даже получаем не 1 терабайт, а 1 терабайт 24 гигабайта. Ну что ж, после того, как попали на этот пост, нажимаем на стрелочку вниз. И ждем, пока скачается наша программа. Ребят, если вдруг у вас не получилось скачать, или, может быть, у вас нету Телеграма. Если нету, я советую реально скачать и установить, потому что здесь вы можете всегда скачивать крутые игры, программы. Все, что вы знаете, все есть взломанное, модифицированное, там много денег, бесплатные покупки и так далее. Все обо всем вы можете узнать первым на моем Телеграм-канале. Смотрите, вот те, кто на меня уже подписаны, да, смотрите, вот пост этот я, знаете, когда делал? Сейчас я вам покажу. То есть те, кто подписаны на мой телеграм-канал, они об этом приложении знали еще 8 числа. Сегодня я снимаю это видео 9, загружу, скорее всего, где-то 10 или 11. То есть они уже сейчас смотрят это видео, смеются и говорят, ха-ха, я уже давно пользуюсь, уже 1,5 терабайта забил. Понимаете, о чем я? Для вашей же, скажем так, выгоды. Будьте в курсе, качать всегда самые крутые, интересные приложения. Ну а для тех, у кого все-таки нету телеграм, вот прям проблема ему установить этот Telegram, хотя не понимаю, в чем проблема, это же бесплатный абсолютно мессенджер. Ну, у кого нету, все же, ребят, вот здесь вот, кстати, вот есть ссылочка, нажимаем, также можно будет скачать с Play Market. В Play Market тоже есть это приложение, но, поверьте мне, крутые халявные приложения в Play Market долго не находятся, потому что Google удаляет такие приложения, потому что, ну смотрите, например, Google требует за там 100 гигабайт, не знаю, там около $100, да, а тут какая-то программа дает вам 1 терабайт халявы. Конечно же, она чувствует конкуренцию, и такие вот приложения очень часто удаляются с Play Market.
Поэтому отсюда удалиться вы уже не сможете скачать, а с Telegram это вы все это скачаете. Плюс я очень много программ показываю, которых нету в Play Market. Итак, ладно, хорош болтать. И давайте посмотрим. Все, скачалось, нажимаем еще раз. Настройки. Установить. Так, еще раз. Устанавливаем. Кстати, для тех, кто, еще раз скажу, что думает, что блин, да халява, блин, да наверняка лохотрон какой-то, ребят, ну, во-первых, ваши семейные фотографии, да, ну, никому, я думаю, не интересны, особенно америкосам этим. Дело в том, что прога-то свежая, поэтому они хотят заманить много пользователей. Вот, собственно, и все. Некоторые думают, что, блин, там, не знаю, их данные кто-то ворует. Да боже, кому мы с вами, ребят, нужны, честно? Это вот, пожалуйста, мы запускаем, нажимаем Agree, соглашаемся. И все, видите, написано 1 терабайт экстра места для вас, друзья мои. Здесь есть два вида входа. Facebook, либо Google. Входим... каким способом вам удобно. Я лично вхожу через Facebook, потому что Facebook вообще он у меня создан для того, чтобы входить в какие-то приложения там и так далее. Итак, сейчас я введу свой логин и пароль, и после продолжим. И, то есть, я тут уже не регистрируюсь, то есть, я уже зарегистрирован, у меня уже есть терабайт места, у меня уже есть мои файлы там, а здесь спрашивают, автоматически загружать или нет, я нажимаю нет. Вот, пожалуйста, все мои файлы уже все здесь. То есть вы один раз зарегистрируетесь, вам не нужно уже заново регистрироваться, не бойтесь, что ваши данные пропадут. Нет, все остается на месте. Все, пожалуйста, вот мой профиль. Все работает шикарно, все работает отлично. Друзья, теперь вы поняли, как пользоваться этим приложением. Все, давайте покажу вам, кстати, еще как что-нибудь загрузить. Нажимаем на плюсик. Выбираем, что мы хотим загрузить. Можем целую папку, например. Кстати, ограничение, если не ошибаюсь, до 3 гигабайт. То есть вы можете загрузить, например, видео весом до 3 гигабайт. Если оно весит больше, то придется разделить видео на две части. Итак, например, нажимаем Others. И так, разрешаем. Давайте выберем что-нибудь. Что у меня здесь? Да, вот, например, какую-нибудь такую фигню. Все, нажимаем Upload. Так, через Wi-Fi или 4G. Ну, у меня безлимитный трафик, так что мобильный. Все, ребяточки. Как мы видим, все, файлы уже загрузились. Ой, я вышел. Так, нажимаем сюда. Вот, пожалуйста, мои файлы здесь. Вот так вот, собственно, можно пользоваться этим крутым сервисом. Ребят, а как я уже сказал, переходим на Андрохак, скачиваем и наслаждаемся этим приложением. Ну все, ребят, качаем. Пользуемся, кстати, этот телефон я малом отдаю, видите, здесь детские игры, поэтому на игры эти не обращайте внимания. Ну что, на этом у меня все, как вам приложение, напишите это в комментариях, на этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока!